Министерство энергетики Республики Узбекистан проводит планомерную работу по рассмотрению обращений физических и юридических лиц. В частности, в министерстве создан отдел контроля по работе с обращениями. В данном видеообращении будет представлена информация о проделанной работе. За 9 месяцев текущего года в Минэнерго поступило 1510 обращений от физических и юридических лиц. Из них 599 были получены письменно, 598 по электронной почте, 138 через устные обращения и 175 через виртуальную приемную. Из общего числа 1505 взяты на контроль. По 1061 обращению даны разъяснения. По 329 приняты меры и 106 находятся в ходе изучения. Как показывает анализ недавних обращений, порядка 34,5% из них связаны с электроснабжением. При этом главные поднимаемые в них проблемы, как правило, связаны с фактами физической изношенности электрокабеля, столбов, трансформаторов, а также снижением напряжения, что связано с рядом фактов, в том числе с ростом численности населения. Порядка 20% обращений связаны со снабжением сжиженным газом, в том числе с длительными перерывами между поставками газовых баллонов. 78% этих обращений по снабжению сжиженным газом уже удовлетворены. Потребители получили ответы на свои вопросы и конкретную помощь. Так, изучено обращение гражданина, проживающего в Махалле-Беклар, Паздаргамского района Самаркандской области, по оказанию практической помощи по снабжению сжиженным газом. В результате налажены поставки сжиженного газа для жителей этой Махалли. Оперативно решаются вопросы, связанные с энергоснабжением. К примеру, согласно обращению гражданина, проживающего по улице Мустаккыллик Чусского района Наманганской области, по прокладке электропровода, наманганским региональным предприятием электросети проложены линии электропередачи, тем самым положительно разрешены указанные в обращении проблемы. Следует отметить, что в целях улучшения электроснабжения ежегодно разрабатывается государственная программа, в рамках которой обеспечивается своевременная реализация работы по обновлению линий электропередачи и трансформаторных пунктов. Уважаемые граждане, если у вас есть предложения и вопросы в сфере топливно-энергетического комплекса, вы всегда можете обратиться на горячую линию отдела по телефону 71-236-3822 или по электронной почте. Каждое из обращений представленных фактов будет рассмотрено, и ответы по вашим вопросам и запросам будут даны в короткие сроки. В настоящее время с целью создания еще больших удобств для потребителей идет работа над разработкой мобильного приложения «Энерговики». Планируется, что запуском «Энерговики» потребители, используя свой мобильный телефон, смогут легко и быстро получить ответы на интересующие их вопросы. Также вы можете по вопросам электроэнергии обращаться в колл-центр на короткий номер 1154, по вопросам газоснабжения на короткий номер 1104.